Так, всем доброго утра, моим виноградарям-любителям. Сегодня я хочу вам показать и на своих домашних саженцах винограда. Он достаточно молодой, 4 года ему, как мы удаляем пасынки. Вот смотрите, вот это у меня сорт идет, это долгожданный. Вот, идет наш побег, да, вот наша гроздь первая, вот наша первая гроздь. Все, что до первой грозди, пасынки, вот они находятся в пазухе листа. Мы все пасынки, которые до первой грозди, выламываем. Вот так вот они хорошо выламываются. Потом пошла наша гроздь. После грозди мы оставляем по одному листочку. Вот так вот. Здесь листочек. Вот здесь наверху листочек. И так мы делаем на каждом нашем побеге. Вот опять же идет наш побег. Вот наша первая гроздь. Вот пасынки. До первой грозди мы выламываем полностью. После грозди мы оставляем по одному листочку. Так что пользуйтесь, выламывайте. Всем хороших урожаев.